провели привычная схема с двумя опорными. Соперниками. Свою... У нас в полуфинале ждет классик той ротации Тита, которая не пощадила никого, даже 2014 года. Это... Бразилия выставила такой полуторный состав. Это страсть, это эмоции. Начнем с бразильцев, наверное. Эдерсон, 23-й номер против Перу. Вот сейчас место в плей-офф занимает. И Франсиско Сиральто, 6-й. 17... Славная чилийская история, например. Здесь нарушение правил. Аккуратно по плану, по правилам. На Чили они проиграли 0-2 Парагваю. И вообще... махеров в номера. В духе устроили пирушка в полуфинале. Неймар, как... подачи, так и прямые. Подача Неймара хорошо улетит в вратарь. Вместе с нами на этом матче. Было бы более сделает заброс. Плюнул во Франка Райкарда и красное попадание на чемпионат мира. Как раз тот же самый. Ну и договорю уж про Хуана. Ну, в общем, местную кухню знает. Ну, кстати, любопытно. 10-й минуте, но вот собаки. Неймар, штрафное, а куда же... Казимир, налево. Здесь можно включать, потому что футболисты сборной в игре, хотя на самом деле и не выйти на этом турнире уж. Может быть, Санчес все-таки с другой стороны лидер. Войска и мяч. Алексей Санчес пытает... Неймар хватил мяч, передача в свои руки. Планомерно начали душить, хранить мере, напор. И на Варгаса с этим мячом на этой копе. Ну, сработал. Варгас чуть раньше ускорился, но передачу отдавал Алексис. Тех голах, как не многочисает. Да, и Чили практически всегда были Брэрритон и Варгас. Тоже офсайд. Это офсайд. Да, и Чили практически всегда были Брэрритон. Можно не возмущаться, сверху было видно очень хорошо. И подача есть. Подавали гимнастику. В тот момент, когда можно сказать, что... И Фермина... Так, можно. Двое, и еще один. И что сейчас значит? Позиционно возвращается очень четко назад. Перекрывает. Нет, все-таки, наверное, подножка здесь была. Мне сначала показалось, что это вот за это. И... Неймар, это подача. И... Маркиниус выпрыгнул высоко, и хорош. Дин Варга, один удар поворотом с острова угла. Эдерсон убрал. Воодушевляющие финты. Ему, нет, мена к ему, но уже не так важно, потому что мяч... Дальше Данило, Данило и подходит. И потом уже, кажется, потому что в центре откровенно и... не дополучил. Видали? Подача. Подача. В плане верховой борьбы. Удар поворот. Было бы круто. Ну, по сделку не так легко. Этот мяч. Мена. Подача. Произошло. Команда, звезд с ним не хватает. Мяч изо всех сил. Причем сделать это красивой пяткой. Жезус Неймар. И Бразилии. Казимиру отыгрывает назад. Дуговенький совершенно. Мяч бывает не перелет. Вообще очень нравится штрафный. Поп убрал, второго убрал, третьего убрал. И нанес какой-нибудь шикарный удар. Еще секунду хотя бы подождать. Вот переплести с телами. Мена. И Эухенио Мена. Значит, впереди и толком никого. И приходится Габи Жезусу смещаться и бить Габи Жезусу. Часть ее развития похвалить чилийцев за то, что они в расстоянии, может быть, мяч, а? Не шел в створ ворот. Чили включает прессинг. Неймар. Пач, Арангис. Удар в этом матче от Пульгара. Арангис. Да, это нравится. 0-0 по итогам первого тайма. Бразилия. Но Алексис классно взрывал. А вот сейчас Пакета. Вегас и Лукас Пакета. Три. Да, и... здесь Вегаса убрал с пути Лукас Пышный футбол. Раз. Да, два. Здесь Вегаса убрал с пути Лукас Пышный футбол. Раз. И посмотри, в этой жоге, в этой атаке. И хватало, ты смотри, как бразильцы отпраздновали этот успех. Десятый. Как удобно с бразильцами. Психологическое состояние его нужно явно сейчас оценить. Но это человек не из искусства КПР. Это похоже на КПР. Копа Америка, потому что... А как же можно так на мяч? И давайте посмотрим. А как же можно так на мяч? И давайте посмотрим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А я еще не увидел, что... Да! Пульгар. Да. Пульгар. Не. Пульгар. Выстрел поворотом. Стандарта. Потом ждем. И с Эквадором они обменялись голами. Вот Том, как играет спортсмен. Ришарлисон. Ну... Хватил Сиральд. А, он еще случайно задел по лицу низом. Центр. Вот твой Брэрритон пока в оттяжке играет. Климатизация Брэрритон. Подача и... Да, причем сразу скидывал. Три игрока сборной Чили. Сборной Чили. И как раз-таки у Варгаса, кажется, он выскакивает. Вот эту чилийскую железную стойкость. Он, кстати, я пару раз видел. На копе. Такое. Уступая в счете. Так близко по прямой. По кратчайшей дистанции. Успевает за ним Гарри Медель. Не уступает. Неймар прострел. Что? Неймар получает мяч на фланге. Сместился налево. Мандонна его. Вот. А Мена это... Деле. Вот что-что, я уверен, что в Блэкберне это этому обучают. Попадает штрафную, и Брэрритон с такой дистанции. И дальше бежит Варгас, и еще можно Арангис парный получше Неймару. Нет, пока играет через партнера. Давай, заброс на позиции, мягко в штрафную набрасывать. В атаку Лоди сам пойдет.
делать, похоже. Ой! Пошел. Неймар заработал штраф. Обошлось. Хороший такой клейм. Два коридора между двух футболистов. Но Неймар, конечно, будет бить. Плохой удар. В серии после матча.